если честно, этого ожидала, потому что, ну, свидетели очень сомнительные, как бы понятно, что вопросы в них можно легко ввести в ступор, и, ну, как бы я ожидала этого, но я не ожидала, что не придет вообще никто. Я была уверена, что хотя бы один-два свидетеля явятся. Пришел только сотрудник МТС, какую-то несущественную информацию выдал и ушел. Думала, что все-таки доказательства будут следовать мои показания как-то, что это всего 10 минут, там 20 продлится, только зачитанное обвинение будет, я не ожидала. У нас есть ряд вопросов к ним, и мы надеемся, что суд увидит истинный, скажем так, облик и свидетелей, что никаких оскорблений не было, что неверующими людьми не являются, мы это легко доказать, и мы как бы на это планируем давить. Ну и опять же, что умысла никакого у меня не было, как сегодня я слушала обвинительное заключение, что имея преступный умысел, размещала картинки, имея умысел, чтобы оскорбить людей, это, ну, полный бред, конечно, такого не было.